Всем привет! Мы с пацанами приехали с ночевкой на речку. Диман сейчас будет делать заплыв со спиннингом, а мы посидим с Ваньком с донками. Заплыв на 100 метров. На сколько? Заплыв на 100 метров. Всем привет! Миша уже поздоровался. Они сегодня будут на донке рыбачить, ну а я на спиннинг и тоже вот взял экшн-камеру. Если что-то удастся, может совместный видосик сделаем. Мишке он дам, обработает. Себе. Запилим что-нибудь, если будет что. Зимой мы с Диманом здесь щук ловили на жерлице. Довольно-таки неплохо. Ладно, будем разгружаться, закидывать. Короче, это я просто проверочно поставил одну удочку. Пока разбираемся там. Диман спускает баркас на воду. Баркас я дома оставил. Это так, мини-баркасик. Под баркасик? Да, типа того. Ну да. Слышь, по-моему, даже еще что-то есть. Да, что-то идет, по-моему. Да, водит. Миша первый отлетелся. Ёрш, что ли? Да? Ну, как обычно, блин. Слушай, ну он у тебя сидел, наверное, давно уже там. Вон крючок, видал какой? Тоненький. Спасибо, мне. Спасибо. Попался ёрш с матовой удочки, говорят. Да, я тоже такое слышал. Червяк тот дергает опять. Да хотим поймать живцов немножко и в ночь поставить кружки на хищник. Такой шикарный вечерочек. Время 6:00. Мы только подъехали, вот расставились. Диман ушел вниз по течению. Мы с Ваньком сидим, вот донки забросили. Две поставил на личинку майского жука. И одну вот пытаюсь живца наловить на маленький крючок, не червя. Но пока клюет только ёрш. У нас, кстати, был сезон дождей. Дожди зарядили. И тут как-то один вечерок, такое затишье было. И с Лёхой, короче, решили... Вечером прям очень поздно, наверное, часов в 11 уже, 11:30, выехать ночью на речку, думаем, посидим, половим сомика, взяли личинок майского жука, креветок, выплосков, приехали на речку, закинули донки, тут же, короче, вытащили головля. Есть штучок? Угу. Нифига ничего не видно. Вот. Это кто? Голавль, прикинь. Блин, хороший головлин. Он что-то как-то мне перепутал, непонятно здесь. Вот, вот этот вот, видишь, он попал. Надо распутать вот этот. Спасибо. Хорош зверюга. Укусит, укусит, укусит. Крючок самое главное не вогнал. Блин, убежал. Сейчас ведро прорубит. В клочья. Шальной головлин. И после этого через 10 минут как ливанул дождь. Бегом. Собрались, уехали. В общем, не дал нам дождь порыбачить нормально, хотя поклевки такие нормальные были. А вот и живец. Хороший, как раз самое то. Я тут немного запасаю дров на ночь. Ну и заодно бутылки соберу. Ночью сожгем. Тут вот
тоже захламили все. А то не люблю я сидеть возле костра ночью, когда, блин, бутылки кругом валяются, всякие коробки. Когда чисто, намного приятнее сидеть, отдыхать. Не всегда, конечно, я этот процесс снимаю, но он происходит каждую рыбалку. И даже на то же место приезжаешь, где только убрался, прям два дня не был, приезжаешь, блин, все захламлено. Ну вот, другое дело. Красота. Не верю. Живец! Еще один живец. Живец прибывает. Вот это вот самый живец. Сейчас наловим, Диман скажет, не будем ставить кружки. Это на что у тебя взял? На перловку, да? Сейчас закинем. Ты не поверишь, но я увидел поклевку на кукурузу. Два раза дернул и все. Кто-то был. Надо было подождать немножко. Покоцано? Да. Нихуя себе, тут дела творятся. Щука, судак? Не знаю, не похоже на щуку-то. Была хорошая поклевка на живца. Но, видимо, я рановато дернул. Вообще как бы чувствовал, когда тащил такое что-то тяжеленькое. Потом сорвалась. Да это я так ради интереса просто. У меня крючок там карповый стоит. Не крупный, явно не на хищника. Просто, так сказать, от безделья. Кто это вообще? Ну тут крючок хороший стоит. Такой, ну в смысле крупный. И личинка там такая достойная. Ну не знаю, не знаю. А, блин, там у меня не личинка. Там у меня лягушка стоит. Там крупная личинка и лягушка еще. Да, серьезно. Ни хрена себе, кто там плюхнулся. Но это не щук. Ох ты, нифига себе. Сорога. На что? На кукурузу. Диман сейчас отправится кружки ставить. А что из этого получится, вы увидите. Или не увидите. Или не увидите. Да.
Все, мотор воткнулся. У меня там на режиме мелководья стоит. У тебя, может, спиннинг на режиме без клёви стоит? Че? Мне кажется, по той стороне ставить, где мы зимой ставили. Да, в ряд вот так ставь, если что, крикнем тебе. Что-то непонятно. О, что-то есть. О, подлещик. Тише. Так знает сам уже. Ничего себе. Чего тебе? Как? Ништяк. Да? Прикольно? Угу. Отлично. Прям такая нервная. Супер вообще. Он тем более настоялся еще. Прям... Огонь. Песня. Есть. У меня, спрашивай про ножик. У меня штуки 3 с собой точно. Время, короче, без 10:04. Все дрыхнут. Я на рыбалке не сплю. Просидел возле костра, поддерживал. Были, конечно, поклевки непонятные какие-то. Ничего не поймалось. Показать нечего. Я ночью поймал лягушку еще одну и поставил на удочку с бейтранером, который катушка. Ну, лягушка очень крупная. На трофей. Ну, я про лягушку молчу, конечно, фиг с ней. Но, блин, всю ночь стояли эти личинки майского, и нифига, никто, ничего. Ну, так подергивал, но я имею в виду, никого не поймали. Как так вообще, непонятно. Первая более-менее нормальная рыба за сегодня. Вообще сидим как в бочке. С 4 часов утра нифига толком никакой ни поклевки, ни тычка. Вот хоть сорога порадовала. Дим. Чай у меня уже. 6 часов на воде. Скажи, что ты как отловился? Вот. Так же, как и мы здесь. Бублик. Дырка от бублика, да? Как и у нас, блин. Знаете, вам тоже дырка от бублика. Вообще капец, что творится, непонятно. То ли погода, то ли еще что-то. Поклевки были, я не реализовал. Ну а бель-то вчера. Бель-то вчера получше клевала, а сегодня-то вообще я не видел нормальной поклевки. Да, с 4 утра. Что-то не нравится. Что-то как-то, да. Была поклевка сейчас прям около самой лодки. Мощная такая. Из резинки попала. Сейчас попробуем доловить. На резинке щучьи зубы. Поменял резинку, поставил белый виброхвост. По форме напоминает копию KTech Easy Shiner 4,5 дюйма. Не знаю, кто отливал, купил в рыболовном магазине, но поклевка была
значит рыбка есть. Вот виброхвост, вот порез от зубов, если видно. Вот она. Как она не попалась, не понимаю. Диман там он борется со щукой, все-таки хищник-то клюет в такую погоду, оказывается. Вот поклевочка. Белый виброхвостик. Такая в районе кило. Тихо, тихо. Грамм даже, наверное, 800. А взяла с глубины, надо же. Ну ладно. Ну малорик, чё могу сказать. Ванёк сорогу дёргает ладошечную и отпускает в ожидании огромной сороги. Или нет? Мяч нужен. Да? Вчера ты его ждал всю ночь практически. Особенно ночью. Ну. Сколько ты уже поймал? Штук 50, наверное, да? Около того. А я все жду главля. Но он все не идет и не идет. Хотя вчера прям вот вечером были поклевки головлиные, но ни ночью, ни сегодня утром вообще тишина. Кстати, за ночь и за утро, вот, время сейчас уже ближе к 11, наверное. Ни один кружок не сработал. Как такое возможно? Непонятно. Живец плотва некрупная. Вообще не понимаю, что творится с рыбой. Но они еще у нас пока стоят. Возможно, кто-то еще и позарится. Вот он наш долгожданный, блин. Давно тебя не было. Ё-моё, блин. Только-только погодка немножко наладилась. Ну все, попер опять заново. Самое сложное — это сборы. Все вот это надо быстро собрать, сложить еще так, чтобы можно было не только вещи все уместить в машине, но и самим уместиться. Ну вот такая все-таки одна щучка с нами едет. Диман красавчик, взял все-таки ее. Пусть небольшая, но она есть. Ну а сейчас наслаждайтесь бонусным видео, когда Диман ездил на рыбалку на зубастую. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока. Есть на резину релакс. Кто-то клюнул. А желтую. Такая кило два, наверное. Смотри, в коряге идет. Нет, поболее, наверное. Под лодку идет как бы якорь. Ух ты! Вот это сопротивляется. Да, главное, чтобы якорь не залезал. Не надо, не пугай сейчас под саком. Сейчас появится башка, схватишь. Давай, давай. Дальше идет сейчас. За край держится. Хороший, килограмм на 4, наверное. Якорь.
Не, поболее, наверное. Нет, тут больше, килограмм на 6, наверное. Да тихо, тихо. Блин, конец перекоснулся. Вот и выход начался. Фу. Как встали, да? По эхолоту нормально. Да. Удалась. Такая, не знаю, сейчас взвесим. У меня это есть. Мамка такая. Да. Вот так вот. Какой тут виброхвостик от релакса. Давай покажем. Блин. Ой, рекорд побил на спиннинг, наверное. Такой вот и брахвостик.